Газопровод, электросети, водоснабжение, канализация, оптоволокно. Все коммуникации подключены, создана вся необходимая инфраструктура. ОЭС «Ульяновск» – единственная особая экономическая зона портового типа в России. В этом году сразу 8 новых резидентов готовы войти в экономическое пространство города. Например, одна из компаний создаст центр по производству технологического оборудования специального назначения. Другая займется продажей китайской продукции по всей стране. В Ульяновске они создали центральный склад этой компании и отсюда организовывают дистрибьюцию товаров китайского происхождения. Это как раз и есть та особенность нашей особой экономической зоны в Ульяновске, а возможность создания проектов в области оптовой торговли. То есть других особо экономических зон, где подобные проекты можно реализовывать в России, нет. Склад позволяет возить все товары, возимые на территорию Российской Федерации, под условия таможенного свободной экономической зоны, без уплаты каких-то пошлин, на неограниченный срок хранения до 50 лет. Также здесь сейчас находятся китайские товары. Инвесторам, которым важны быстрые решения реализации их проектов, управляющие компании особой экономической зоны построены производственные здания для логистических и торговых проектов. Здесь сейчас размещены 7 резидентов. Общий объем инвестиций новых проектов – почти 1 000 000 000 000 рублей. Сегодня одна из основных задач по ОЭС «Ульяновск» – привлекать от 10 до 15 резидентов в год, после расширять свои территории. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.